Здравствуйте, вас приветствует супермаркет «Семян» и наш сюжет «Овощная культура в поле». Сегодня 4 августа 2016 года, мы находимся с вами в Черкасской области. И перед нами свекла, столовая свекла чешской компании «Мрава Сид» с названием «Бутина». Прошел дождь сильный, плохо видно. Вот так вот можно немножко увидеть плоды. Покупайте семена в нашем супермаркете. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет «Семян». Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.